Это было в апреле 96-го? Так. Как это все произошло? До мене позвонив дільничий інспектор і каже: Володя, напевно, будемо йти сьогодні на цю квартиру. То есть была информация, что он в какой-то конкретной квартире. И так вы пришли к квартире, что было дальше? Ну, мы постучали, так как Аля стучит, мы знали, постучали, значит, он открывает двери, чик, так. В шортиках, в маечке. Мы сразу его ввели в квартиру, посадили на диван, Игорь остался біля него, и спитали его документы. Он начал там, ну, крутить, я помню, зачем, кто вы такие, кто вы это. А я подошел в кімнаті до телевизора. Зверху стоял видеомагнитофон Акай. Витянув памятку, глянув цей номер з вбивства. Показав Ігорю сигнал. От він тоді рванув до стінки, там лежав пістолет газовий з набоями. От. А, то есть он даже совершил попытку напасть на вас? Да, мы его скрутили, значит, одели ему кайданки, и сразу же зашел ответственный начальник, уже группа перекрыла это все, и они зашли. И начали уже, так сказать, вылучать вещи. Подождите, а Ноприенко тогда признался в квартире вам? Если честно, он был в шоке сначала. А потом, когда уже ответственные все разбирали ситуацию, слідчий там выписывал это все, обшук фактично начинался, выявляли речевые доказы. Так він перепитав, каже, це що, працівники міліції? Ви у нього спрашивали, задавали йому вопроси, ви вбивали, ви вбивці, або ви не знали все-таки, кого ви поймали? Ми вже знали, я бачив речові докази. Потім, коли ми його спитали, де зброя, він сказав, де зброя. Це було в дипломаті зброя біля входу, там вже був штик-ніж в одежі.